Ось і після тренування я відчуваю себе іншою людиною, чесно. Як мені цього не вистачало. То виробляється ендорфін, не забувайте. Всім гарного дня, а я на зустріч з своїми крошками. Ой, ну ви подивіться, ділова жінка йде з Закарпаття. Впізнали. О, спасибо, меня угостили, меня угостили, вот такую вкусняшку, я сейчас попробую, чтобы не завидовать Джесс, что она уже кушает, а я все думала. Ой, девушка пришла, ой, какой вариант. Вообще мы не просто, не просто так собрались, кое-что готовим для вас. Не говорите без меня. Девушка, хотите еще? Моя маленькая сладкая булочка. Иду по улице, и люди, ну как бы идут в футболке, черная. Все смотрят на меня так сильно, даже сильнее, чем просто после холостяка. Такие, украинка, точно. Что ты лыбу даришь? Так, девчонки, делом будем заниматься, не? Да, потому что время. Время не ждет. Мы пытаемся заснять Джоз. Меня. Рози, ты лайфхакер просто от Бога. Ты починаешь миллион. Да я бы Нобелевскую на этой теме взял бы.